Ребята и девчата, всем привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем невозможную фигуру. Нам понадобится черный фломастер и линейка. Так, вот отсюда начинаем. 4 клеточки в бок. Восемь клеточек вниз. Теперь внимательно, 12 клеточек по диагонали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. 4 клеточки вниз. Рисуем 2 квадрата. 4 на 4. Восемь клеточек. 4. И вот тут 4 клеточки. Тут мы соединяем. И тут мы соединяем. Раз, два, три, четыре, отступаем и соединяем. Вот такой невозможный рисунок у нас получился. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, переходим по этому хэштегу, там смотрим видео, делимся видео с друзьями, обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, нажимаем вот на эту ссылочку, тут все 3D мои рисунки, все, пока.